«Любовь – вот лучшая косметика» Ив Сен-Лоран. Заботясь о красоте, нужно начинать со своего сердца и души, иначе никакая косметика не поможет. Красота – это обещание счастья. Красота есть во всем, но не всем дано ее увидеть. Никогда не говорите плохо о человеке, с которым вам было хорошо. Женщина молода до тех пор, пока ее любят. Секрет сохранения молодости в том, чтобы избегать некрасивых людей и некрасивых эмоций. Женщина вывела мужчину из рая, и только женщина может вернуть его в рай. Нет ничего лучше женщины, если вы хотите вложить средства туда, где их заметил бы каждый. Говорят, во Франции женщины тратят на косметику больше, чем государство на армию, но и побед у французских женщин гораздо больше. Не будь женщин, все деньги мира не имели бы никакого смысла. Аристотель Анасис. Все в руках человека, а человек в руках женщины. Женщина – это приглашение к счастью. В мире не существует темы более трепетной и важной, нежели женщина. Посему и посвятили ей больше всего слов, картин и песен. Нет таких женщин, которые, отправляясь в театр, не надеялись бы, что сами немножко будут предметом зрелища. Вопреки обычному представлению, труднее всего покорить глупую женщину, потому что на нее ничто не производит впечатления. Для того, чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит. Ив Сен-Лоран. Муза – женщина, она редко признается, кто был у нее первым. Иногда недостатки фигуры скрываются смелостью ее демонстрации. У женатого мужчины есть только одна возможность оставить за собой последнее слово. Сказать жене: «Ты права». Витторио де Сика. Все женщины прелестные, а красоту им придает любовь мужчин. Александр Сергеевич Пушкин. А если это так, то что есть красота и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?